впервые за 6 лет играю в Happy Wheels. Чё? Полетели! Прилетели. Не играйте в эту игру никогда. Я не понимаю, что я делаю, но я как-то еду. Кар-кар. Давным-давным-давно, в 2013 году, я записывал Happy Wheels. Не самое лучшее зрелище, я вам скажу. Всем привет, с вами Дан, и сегодня мы играем не в Майнкрафт. What the fuck? Happy Wheels. Супер прическа. Класс. И вот, спустя такое длительное время, я решил вернуться и посмотреть, что же тут происходит. 99.99999% impossible, невозможно. Сейчас пройдем. Изи. Так, как тут управлять? Ну? Я на финише! В чем проблема? Как минимум, какая-то часть меня на финише. Да, ладно. Ну, давайте попробуем, хорошо. А-а-а, это было больно! Больно многим! Господи, за что вы это сделали со мной? А! Рестарт. Давай! Так, надо их, короче, как-то так сделать, чтобы они стрельнули и не попали в меня. Это невозможно, следующий уровень. Да ладно, я просто так не сдаемся. Да что ж такое? Выгляжу как какой-то пьяный десятиклассник на выпускном. Давай, полетели! Прилетели. Да не, ну это возможно пройти. Изи! 3.63, да просто лучший игрок в Happy Wheels. 6 лет не играл, скилл остался, так сказать. Руки-то помнят. Ай! Руки, зачем вы меня бьете, руки? Impossible, вот никогда не говори impossible, если это possible. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Я знаю, что некоторые из вас не подписаны. Надо подписаться на канал. Тыкайте на красную кнопку подписаться. Пусть она будет серой. Мы здесь любим новичков. Подписывайтесь, давайте. Прожимайте ее. А теперь все вместе тыкаем лайки. Давайте, даю вам на это 3 секунды. Время пошло! Раз, два, три. О, господи, успели! Спасибо. Тролль левел. О, сейчас нас будут троллить. Алиса, это ты? Признавайся. Может, Акинатор? Welcome to my very first level. Prepare to be trolled. Окей, нас сейчас будут троллить. Это что было? Надо ехать медленно. Хорошо. Вот и верь людям после такого. Господи. Нет. Сынок. Что здесь происходит? Ты серьезно думаешь, что я разрешу тебе приехать на финиш так рано? Ну да, а в чем проблема? Ладно, хорошо. О, сынок, ты живой! Папа, папа! Ты меня предал! Нет, сын! Сын, нет! Видишь, какой я хороший отец, я тебя спасаю! Ой, 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 господи! Я не знаю, что я делаю, я просто еду! Папа! Сына! Папа, ты меня бросил! Да меня самого сейчас прибьют! О, господи! Сходил на тайский массаж. Ставлю класс такому тайскому массажу. Не советую вам. О, сынок, ты снова здесь. Я с тобой не разговариваю! Здесь у нас какая-то очень страшная фигня. Здесь еще более страшная фигня. А я не знаю, что здесь будет. Как он странно лег. Сынок, мы теперь вместе навсегда. Папа, ты дурак, перезапускай. Поехали. Не обманешь меня со своей машиной. Бросай ее в себя, а не в меня. Давай. Больно, больно в ноге. Это было больно. Сынок, как тебе? Я тут по телевизору рекламу видел. Я купил тебе тренажер новый. Смотри, как он работает. Паровозик, тык-тык-тык, автомобиль 13-тык. А, называется, сына, разминаем мышцы, так сказать. Тебе понравилось? Ой, кажется, нет. Что-то не так. Мы что-то потеряли. Это была рука. Ну, ладно. Это всего лишь игра. О, отлично. Мы это прошли. Давай. Мы можем выиграть. Нет, я не поеду туда. Нет, там ничего нет. Окей, отлично. Господи, боже мой. Что происходит? Да, господи, я уже думал, будет финиш. В смысле? Окей. Не, мы прошли уровень. Слушайте, мне нравится Happy Wheels.
слова. Паркур of the gods. Я в детстве паркурил, да, с кровати на пол. Вот результат. Поехали. Что здесь будет? Тут быстрее. Окей. Идиот, Богдан, зачем ты нажал пробел? Зачем ты нажал пробел? На. В следующей жизни повезет, так сказать. Нажми на кнопку. На, нажал. Теперь назад, вперед. Ай, по жопе больно. О, мячики бросать. О, это я тоже умею. Хватайся. Хватайся, я сказал. А! О, хватил. И еще один мячик, давай. Ай, ай, ай. Нам надо закинуть в следующую лунку. Ну-ка. Ай! Больно в ноге, блин! Ляп! Ну-ка! Да! Вот! С первой попытки! Ну, те 10 раз, которые я вырезал на монтаже, мы не будем считать, конечно же, да? Да. Дом из стекла. О, всегда себе хотел дом из стекла. Больше не хочу, кажется. Вообще что-то не хочу. Что это за уровень такой? Как его пройти? Ай! О, поехали. О, ребята, нормально, как бы чувствую себя хорошо, так сказать. Ой, после физрит выходим такие, ой, хорошо, вот. Замечательно. Так, бомба это... Хорошо, что вы не показали, что там произошло. Там контрольная по матёше примерно так происходит. Спасибо, я прошел и этот левел. Слушайте, да я профхапирился. Хва. Роб свит. Ну давай, давай, давай. Ой, я, кажется, не про. Здесь нужно как Тарзан такой хвататься и лететь, летим. О, господи, дай мне сил, так сказать. Так, хватайся, отлично. Ухватились? Давай, теперь за эту. Поехали. Оп. Стоямба. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. А ну, падай. Шапка! Моя шапка! Идиотская, тупая шапка. Зачем ты спала в такой ненужный момент? Самый плохой момент она выбрала для того, чтобы спасть с моей головы. Ай. Очень изящно, Богдан. Изящность просто запредельная. О, какие перевороты. Сальтухи кидаю. Смотри, плыву, ребят. Отлично! Проще простого, слушайте. Хва. Комментарий дня. Чтобы туда попасть, нужно просто писать комментарий, и один из них попадет в следующее видео. Побег. Нам надо побег использовать. О, господи, боже мой. Ай. Вот так на выпускном, пацаны. Шли домой. Я не пьяный, пацаны. Не, это я просто так ходить, как бы мне интересно так вот. Очень даже интересная техника хождения. Не совсем. Вот это был трюк, пацаны. Ну-ка, еще раз, сейчас рассчитаем. Не рассчитали. Ой, ой, ай-яй-яй, ай, не трогай, не... Это птица! Нет, это самолет! Это Богдан играет в Happy Wheels. Куда он я улетел, господи? Ай-ай-ай-ай-ай. 2019 год. Развитие не стоит на месте. Люди придумали новый язык общения. Ого, какая жопа накачана, меня ничего себе. What the fuck? Вставай и дерись, давай, боец, давай, ты еще нужен этой стране. Ух ты, это... Стоять, стоять. Так сказать, змеечкой, змеечком, ползем змеечкой. Доползался, блин. Меня бесит этот левел, я не хочу его проходить, нет. Одна звезда, дизлайк, так сказать. О, карта для полетов! О, отли... да, да. Я не самый лучший пилот. Так, хорошо. Нуб, окей, гуд, вери гуд, вау, про, вери про, кинг, ниндзя, хакер, ба... Не долетели чуть-чуть. Ладно, еще раз. Блин! Давай, давай, чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Не!
Сложный уровень 4. Ладно. Хорошо. Найди секрет. Какой секрет? Может, назад нужно пойти? А? Нет. Не понимаю. Стреляй. Ну давай, я уже вот близко, прям головой рядом тут. О, первый пошел. Еще чуть-чуть. А, опасно. Смотри, я уже рядом. Привет. Отлично, еще один. Я был близок. Не играйте в эту игру никогда. Как это произошло? Я не должен был победить. Меня же это, прикололи. Ура, победа. Самый удачливый парень в мире. Давайте попробуем. А, это тот тип уровней, в которых не надо двигаться. Господи, дедушка, что с тобой о, господи, боже мой, что происходит? Летим, так сказать, летим. Куда? Боже мой! Где я? Я в космосе. Переживаю за этого дедушку больше, чем за самого себя. О, победа! Очень сложно было, ой. Мотоцикл, мы едем с мотоциклом. Это Яндекс Алиса, да? Отлично, Яндекс Алиса, вам трандец. Мне тоже. Поехали, нормально едем. Приехали. Так, давай, давай с бустом. Блин. Ну-ка. Поехали. Отлично. А дальше? Что у нас дальше? По крышам. Вот это мы шуруем. Это какое-то фермерское угодье. Извините, я тут чуть-чуть трюки выполняю. Трюк не получился. Давай, 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 давай. Еще чуть-чуть. Отлично. Что происходит? Мы уже... А, это была осень, погоди. Это была осень, а мы сейчас в зиму приехали, да? Отлично. Так, я не понимаю, что я делаю, но я как-то еду. Просто... Дедушка, прости! Извини, дедушка. Сори. Как бы права купил, так сказать, да? Вот что бывает, когда ты покупаешь права, а не сдаешь на них. Не покупайте права. Что ж, народ, не выключайте это видео, потому что вот тут, да даже здесь есть другие мои видео, прям плейлисты, много разных роликов, тыкайте и смотрите их, если еще их не видели. Ну а если все это уже пересмотрели, то просто заходите на канал и ищите другие ролики. Давайте, удачи и пока!